тем, кто славится делами, и кого народ не зря называет маяками, с уважением говоря, тем, чей свет высок и ясен озаряет нашу даль, посвящается в Кузбассе музыкальный фестиваль. Дождь, вода журчит ручьями, будто вылили ушат. Не беда, кемеровчане на открытие спешат. Ребят глядят с улыбкой, смена дельная вполне. И уже колдует скрипка в наступившей тишине. Играет Эдуард Грач. Теперь в Новокузнецке продолжим разговор. На весь Союз Советский известен омский хор. С утра артисты хора осматривали город. Опаской, уж больно горячи. За песню и за пляску спасибо, хомячи. И Стрельченко зрители рады, солистки московской эстрады. Кораблики с названием «Восток», и то и дело слышится еще один виток. Просторы необъятные, ни берегов, ни дна, как золотые яблоки и звезды, и луна. Космонавты летят, меж собой говорят, со звездой говорят и землей. Да! На стадионе весело и тесно, переполнен зрителями он. Эдди Рознер со своим оркестром заставляет смолкнуть стадион. Скрипач ты или акробат, любому жанру праздник рад. Кому придутся не по вкусу умение, ловкость, красота? Сегодня мастера искусства в гостях у мастеров труда.
монтажники пусть не речисты, зато в делах своих артисты. И вот Парковым Михаилом заслушался Лисициан. Такая встреча вдохновила, дала энергию и силу певцу и нашим маякам. Счастье станет тесною, и станут люди все дружить, и станет жизнь прекрасной песнею, и мы в то время будем жить, и станет жизнь прекрасной. Чей свет высок и ясен озаряет нашу даль, посвящен был на Кузбассе музыкальный фестиваль.